обучения. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN. Люди с цветами, свечами и мягкими игрушками. Мемориал образовался стихийно и начался, по сути, с нескольких гвоздик. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. И мы все смогли выйти. Павильона Крокус Экспо, отсюда до разрушенного Сива 500, не более, и с утра субботы это самое крайнее плённых к забору. Сейчас здесь несчетное количество цветов и людей. Мы собрались здесь сегодня большой командой волонтеров Победы, зажигаем большую огненную картину в память о погибших в этой ужасной трагедии. Мы скорбим и желаем, конечно же, скорейшего выздоровления всем, кто пострадал. Террора нет нации. Террористы, вот эти вот негодяи, я очень надеюсь, что они понесут самое жестокое наказание и в этом мире, и в следующем. Никита была очень теплый, очень светлый человек, которая жила и строила план на будущее, и точно не думала о том, что может такое произойти. Меру пресечения или заключения под стражу. Например, срок содержания его под стражей на один месяц, 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Мы соблюдаем меры безопасности.
Мы проходим! Из братьев обвиняемого Рачабализаде, Саида Крами, Мурадали, меру пресечения, в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Камера.